в роддоме встречаем дочку. Дочь родила нам внучку. Уже прошло сколько дней? Сегодня девятый день. Девятый день. Позже выписываем, поэтому видео будет позже выходить. Смотрите, все ее ждут. I can see the end is coming down. And if I don't look back, will you let me get away? If I turn my back and walk, will you stay? Так счастливый был, а теперь в два раза счастливее стану, потому что у меня две коровы есть. Папа, как руки не трясутся? Он встал как кофе. Пока показывать не будем. Есть события в русских. Позже. Все будет позже. Ну и что? Как твои впечатления? А? Не, ну скажи мне, может... Рената, может быть скоро за мальчиком? Нет пока. Не, Рената, губы твои вообще А когда мы узнали, происходило это вот так. Друзья, сегодня 18 сентября в 2:25 ночи я стал наконец-то дедом, настоящим дедом. У меня родилась внучка, 52 сантиметра, 370 граммов. Так что можете поздравить меня, я дед, настоящий дед!